Эта конференция называется «Социальная и медицинская реабилитация. Новые вызовы». Мы пригласили три большие итальянские фонда, чтобы они представили свою работу, метод своей работы и, самое главное, свое отношение к тому, что они делают в области реабилитации. И для нас это возможность подарить городу Харькову, то есть тем людям, которые занимаются здесь реабилитацией, в том числе начиная с детей, заканчивая войнами, пострадавшими во время войны, подарить им возможность увидеть, как работают итальянские фонды, поговорить с ними и представить свою работу. То есть главная цель этой конференции – это обмен опытом и возможность знакомства и встречи здесь для того, чтобы наметить какие-то стратегии для сотрудничества. In Ucraina su invito di amici per condividere quello che noi facciamo nell'ambito dell'autonomia delle persone disabili e poter comunque condividerlo e realizzarlo insieme. Я приехала по приглашению моих друзей, чтобы рассказать о том, чем мы занимаемся, о том, как мы помогаем инвалидам, людям с ограниченными возможностями достичь автономности, независимости. Il nostro aiuto consiste nel poter dare a loro la possibilità di tornare a fare una vita più vicino alla vita di prima. La nostra главная цель это помочь этим людям максимально приблизиться к тому образу жизни, который был у них до несчастья, до приобретения инвалидности. Quello che noi diciamo è che con la disabilità la vita non finisce, cambia. Мы говорим, что с инвалидностью жизнь не заканчивается, она просто меняется. E attraverso, soprattutto attraverso le tecnologie, li aiutiamo a ritornare a fare quei gesti che volevano fare. E мы помогаем им вернуться к тем занятиям, которыми им хочется заниматься, прежде всего с помощью различных технологий. Comunicare, muoversi, lavorare anche da disabili. Мы помогаем им общаться, перемещаться и даже работать, даже несмотря на инвалидность. Фестиваль «Сердце больше, чем война» также является перекличкой трех направлений – социально, культурно, образовательной. Да, когда мы искали партнеров, нам было интересно, чтобы как можно большее количество общественных организаций, фондов услышали и увидели о том, что в Италии есть такой опыт, который мы можем перенять. Поэтому мы обратились в фонд Александра Фельмана, и мы начали рассказывать, что мы делаем, и это так заинтересовало руководителей фонда, что они предложили нам любезно площадку медиа-центра, предложили свое участие в информационном освещении этого события. У нас было несколько мастер-классов, у нас был прекрасный мастер-класс в экопарке Фельмана, и нам тоже любезно предоставили на благотворительной основе и площадку, и автобус для детей.